Привет, ребята! С вами Саня. Что ж, канал разморожен. Для тех, кто не состоит в моей группе ВКонтакте, сразу скажу, что я там написал о некоторых изменениях, новостях. И сейчас скажу на видео для тех, кто не состоит, да. Еще раз повторюсь. Возможно, будут видео раз в неделю, а возможно, два раза в неделю. Так как у меня появилось немножко свободного времени, я решил, что бы не записать. И захотелось мне поиграть в Outlast 2 в демку. Спасибо, что скинул мне ссылку, мне мой друг в стиме. Я даже не знал, потому что у меня столько было проблем, что я даже не знал, что я немножко заговариваюсь. Давно я видео не записывал, прям месяц. В общем, ждите видео каждую неделю, возможно, раз в две недели, как получится. Если хотите все подробно, смотрите в группе ВКонтакте. А сейчас поиграем в Outlast 2. Кстати, я геймплей вообще уже забыл, так что это хорошо, что я забыл геймплей. Начнем. Так, Outlast 2 демо. Так, тут все на английском. У меня с английском все плохо, не буду сразу мучить вас. Да, такое вот начало. Кстати, посмотрим, как мой старичок потянет. Ну, пока что просидел до 22 FPS. Сейчас 30. Лин? О! Мужичок! Ну, конечно, графон немножко пониже пришлось снизить. Чтобы на всякий случай фризов никаких не было. Здесь их и не будет. Очки потерял, что ли, да? Потому что видно, что-то было. Да, очки. Давай, одевай. Отлично. Все гораздо лучше. О, камера! Слушайте. Так, ладно. Он ходит. Я надеюсь, здесь можно будет играть, а не просто смотреть. О, шевелиться-то можно. О! Можно ходить. Слушайте, а с какой-то высоты мы упали. Ни хрена себе! Вот это ты бахнулся. Слушай, может назад можно вернуться? Нет, никак. Он зовет Лин. Так, стоп. Месяц. Луна! Кактусики. О! Домик. Птичка. Ветерок. Отлично. 20 FPS. Надеюсь, все будет хорошо. Не будет никаких просадок. О, там свет, кстати. Заметили? Может, там какая-то помощь или что? Ну, я вряд ли думаю. Hello? Постучать, кстати, было написано. I'm lost. Потерялся. А, и ранен. Так, открыть? Никак, да? Ладно. Оу. Ладно, давайте походим, помолясь. Не спеша. Кто здесь? Алло? Чувачок, ты что же сделаешь? Ладно. Хорошо, не спеша. Так. А здесь можно открыть? Так, мой форм... Ага. Клавиши W я продвинул. Это плохо. Так, это, наверное, что у нас? Батарейка, да? Да, батарейка. Что за... Так. Откройте! Ух ты ж ё! Кто пытается выломать? Давайте откроем, поможем. Нет.
Так, еще что-то. Это туалет, что ли? Нет? А похоже на деревенский туалет-то. Ладно. Не буду спешить. О. Чё за мужики? Фредди Крюгер, ты... это ты был? Фредди? Слушай, вы видели Фредди? Или это был Майкл Джексон? Потому что было как лунная походка. Слушайте. Чё за мужики? О, дверка. Я уйду от вас. Jesus. Что? Лин? No. Лин? Наверное, захватили какие-то странные мужики. Слушайте, а там кто-то стоит. Кто это? Он с мачете? Слушайте, я хочу уйти отсюда. Эй. Здесь кто-нибудь есть? Ладно. Надо будет спасать девушку. Водичка. О, кишки. Ой, блин. Хотя не так уж страшно. Я много уже повидал. Фу, кишки. Не только. Водичка. О, водичку мы... Слушайте, а... То есть я спрятался в воде? Можно задержать дыхание? А, я это с геймплея вспомнил. Слушайте. Можно было в воде прятаться. Круто. Вспомнил, вспомнил. Немножко память возвращается. А зачем спрятаться? Ага. Круто, слушайте. Круто. Так, пока батареечки храним. Эй! Слушай. Открой дверь. Алло. Вау. Молодец, что закрыл. Слушайте, здесь радио. Значит, где-то должны быть батареечки на всякий. А здесь тепло, наверное. Что? Так, какой-то мужик. Слушайте, жирный мужик какой-то. Кого-то он мне напоминает. Слушайте, может, пингвина из Бэтмена? Тима Бёртона. Вот. Да, не Давито, что. Ну, кого-то он явно мне напоминает. Да не Давито. Или как его там точно? Ладно, валим отсюда. Не хочу здесь быть. Вау, как-то ты громко слишком. Закрыл. О. А здесь что у нас? Здесь ничего. Ладно, уходим. Уходим отсюда. Здесь ничего нет. Пока батареечки слабо светят. Дверь. Окно открыть? Ух ты! Можно через... Ух ты ж! Ну, немножко, немножко испугался. Кто здесь? Ну, немножечко испугался. Особенного. Можно через... А, окно можно закрыть, что ли, да? Слушайте, давайте то окно закроем. Дрыха. Все, я в безопасности. Здесь у нас что? Да, открывайся. Это клавиши. Здесь ничего. Ага, здесь у нас... Наверное, можно пройти... Или кто его знает? Сюда пошли. То есть можно за две... Можно вот так вот смотреть, что ли? Ну здесь ничего вообще. Заперто. То есть нам в эту дырочку, что ли? Ну давайте попробуем. Слушайте, прошли. О-о-о. Можно, наверное, вернуться? Не. Ну, не хочу. О! Там какой-то свет, слушайте. Что? Слушайте, этот звук мне не нравится.
Этот звук мне вообще не нравится. Что за... Как будто Слендера играешь. Я валю. О-о-о-о. Что здесь произошло? Слушайте. Мне такое чувство, что это какая-то секта. Вот. Ладно, давайте... Не хочу здесь больше быть. Твою... Твою... О, бо... Вот это же... Это что, дети? Какого... Я валю. Я просто валю. Лошадь. Слушай, а я на такой игрушке катался в детстве. Я хочу туда посмотреть, что... Ну что, в колодец прыгать? Что там? О! Тентакли! Да ладно! Где это мы? What the fuck? Вентиляция, что? А что, зачем назад смотреть? Ой-ой-ой. Мне вот стрёмно уже. Валим отсюда. О, черт! Валим! Валим! Да иди ты знаешь... Ох, ё! Это было неожиданно. Школа, что ли? Батареечка. Слушайте. А вот это вот уже стрёмно. А мне, кстати, школа что-то напомнила Фир второй. Мужчок, ты как? Хорошо? Что за... Ну, здесь заперто, здесь я не удивлен. А что за... Что за странный смех? Что за странный довольно... Эй! Ну-ну-ну! Тихонько, тихонько, не спеши. Слушай, иди ты к черту, а? Черт. Это так стрёмно. Джессика? Джессика? Кто и такая? Глен. И Глен? Кто вы... это? Вы вместе учились, что ли? Давайте, давайте спрячемся. А куда идти? Черт, что же показалось? Не боись! А что делать? Зато не вернешься. Так, давайте посмотрим. Так. Понял я, что батарейки пора заменить. Так. Ага, вот оно что. Я... Ага. Это было Джессики, да, он тогда сказал? Я протупил, так что извиняюсь. Немножко протупил. И что?
Я спрячусь. Так. Уйди! Кто бы ты ни был, уйди! Заперто? Что? Что творится? Алло! Все заперто. Может, я сломал игру? Что? Так, я не понимаю, что делать. Ух ты ж! Тварь! Тварь! О! Вот эта тварь! О, боже мой! Вот эта тварь, а! Свет? Ух ты! Где ты ее? Фух, вот это испугался хорошенько. Зима! Да ладно. Так, не так, не так, не так. Вот это была тварь, а. Вот это было неожиданно. Что за... Джессика. Так, Джессика? Джессика! Oh, да ты задолбал! Воу! Fuck. Кто ты? Что ты? Тапочка, к черту тебя! Ой. What the fuck? Ух ты, кто такой? Вали, чувак. Черт, 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 черт. Нет, нет, нет. Уйди. Уйди от меня. Да ты тварь. Сволочь. Он меня зарезал. Для меня все кончено. Для меня все кончено, да? Я хочу последнюю контрольную точку. Можно? Можно? Пожалуйста. Так. Валим. Я валю. Идите к черту. Привет, мужик. Пока, мужик. Иди в жопу. Я не хочу с вами ничего. О-о-о. Ну что ж, ребята, у меня вылетела игра, и, скорее всего, это связано с моим старичком. И после убийства, когда я уже еще раз загрузился и пошел на улицу, у меня просто вылетела игра, и мне нужно бежать. Сейчас, не знаю, почему здесь вылетело. Здесь это не повторится. Я прячусь. Прям сюда. А не буду бежать, как в прошлый раз. Так. Пришлось доходить до этого момента. Здесь все будет отлично. Слушайте, какой-то голос. Слушайте, фонари. Значит, кого-то ищут. Скорее всего, нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Бежи, чувак. Беги. Беги. Беги, беги, твою. Ой-ой-ой, я назад вернулся. Нет, нет, не надо. Меня убивать не надо. Все, меня сейчас убьют. Тихо, 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 тихо. Я жить хочу. Я жить хочу. Как в Думитре было. Нет, я жить хочу. Все, убили. Меня этот мужик убил. Спасибо, что убил. Типа контрольная точка будет. И это хорошо. Надеюсь, не вылетит. Вот я надеюсь, игра не вылетит. Иначе это будет фейл. Большой фейл, что я зря проходил все это. Валим. Сразу валю сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я попался просто там. Здесь ничего не видно, а? Блин. Тихо. Пройду сюда. Может, где-то спрятаться можно, а?
Можно. Водичку. Хопа. Просто валим. Я вижу... Похоже, я вижу выход. Или мне это кажется? Ой-ой-ой. Пока. Пока, мужичок. Я ухожу от вас. Ха-ха-ха. Прыгай. Так, нужно валить теперь отсюда. Валим. Валим быстрее. Быстрее валим. Мне не нужны проблемы. Еще за мной гонятся там еще. Так, молчи ты. Просто бежим. Не оборачиваемся, просто бежим. Мне ничего не нужно. Так, давай, давай. Да, еще нормально. Еще опять уронили очки, опять упали. О, привет. А ты еще кто, Лин? Побиби-то за что? За что побиби-то? Эй! Да, вот тебе вот Last 2. На хорошем моменте у меня еще вылетело. Ну что ж, я поиграл в демку Outlast 2, и она мне очень понравилась. Я как играл, я уже немножко вспоминал сам геймплей, и уже некоторые элементы знал. И даже немножко попугался, и это хорошо, что попугался. Давно я не играл в хорроры, хоть это и демо. Кстати, демку вы можете скачать в Steam, она бесплатная, так что... Или идите на какие-то сайты, не знаю. Всем спасибо, кто смотрел. Ждите роликов на следующей неделе или через 2 недели, как получится. Это была Outlast демо. Мне она очень понравилась. Но меня попугало вроде бы то ли первое, то ли дополнение к первой части. Но демка стоит. Стоит, чтобы ее поиграть. Ну, может, стоит, чтобы посмотреть. Но хотя, конечно же, хочется поиграть в полную игру. Надеюсь, системные требования они не изменят. Хотя, может, изменят минимальные системные требования. Они по-любому, там было написано в финале, минимальные системные требования будут обновлены. Надеюсь, хотя бы будет DirectX 10, надеюсь. Я на это надеюсь. Потому что игра у меня иногда тянет... Ну, у меня иногда в некоторых сценах показывает 60 FPS, хотя я играл на максимальной графике. Тьфу, какой максимальный? Вру, на минимальный. Что-то я уже переборщил. В общем, я играл на минимальной графике, было иногда в некоторых сценах 60 FPS, наверное, надо было поставить графику немножко повыше. Кто знает? Кто знает? Но я не решил рисковать, потому что мой комп говно, старичок еще такой. Всем спасибо, кто смотрел. Спасибо вам. Удачи и до следующего видоса. Пока.